ребята, пришла зима. Вот такой маленький аппарат от Керхер, я уже снимал его. Скребок. Так вот он работает, где-то около 20 минут. Вот, смотрим, подходим сюда. О, видите? О, такой лед. Чтоб не говорили, что он нам. Вот, это конкретный лед. Тут лед тоже по сторонам. Ну что, берем и пробуем. Ну что, опа! Смотрите, стекло готово. Тут тоже боковые. Пару секунд и готово. Но и заднее стекло тоже. Немаловажно. О, какой лед. Конкретный лед. Но не хочется скрипом обычно. Пару секунд и дело кончено. Так что вот такой аппаратик. Лопасти можно заменить. Также есть, скажем, всесезонный вариант. Положить вместо этого диска тряпочку мягкую и натирать стекла тоже специальным, как говорится, средством. Так что, ребята, в продаже уже как год. Покупаем.